12-летней девочкой она покидает родной Дагестан. Расстается с игрушками, мечтами, любимым городом. Проходит 20 лет, но щемящее чувство утраченной родины не покидает ее. И она возвращается. Возвращается в город, которого уже нет. Метаморфозы, такие, которые произошли на протяжении вот этих последних 20 лет в Махачкале, их очень много. И они очень болезненные. То есть я рассматривала эту интервенцию как заход на место, с которого я вышла, а на самом деле я пришла в новое пространство, и в этом новом пространстве я делала свою работу. Презентация видеофильма и живой перформанс, которые были представлены в Музее истории Махачкалы, завершающий этап проекта, который был создан в феврале 2020 года в течение 2 недель. Художница Наталья Мали по инициативе и сотрудничеству музея создала проект, в котором она вступает в коммуникацию с городским ландшафтом. Проект получился мультижанровым. Он включает в себя видеоинсталляцию, живой перформанс и постановочные перформансы в городском пространстве. Все это, включая музыкальное оформление, драматургию, режиссуру, были созданы под личную историю художника. Историю того, как 13-летняя девочка уезжает из родного, любимого города после смерти своей мамы. Она уезжает вначале в Москву, потом она переезжает в Америку, учится там в очень престижном университете Йейском, а потом переезжает и живет и работает художником в Англии. Но все это время, участвуя в разных очень таких престижных выставочных проектах, занимаясь своей работой, конечно, художник носит всегда с собой вот эту потерю, эту травматичную историю расставания. И человек, который становится зрелым, он понимает, что ему обязательно нужно вернуться назад. Для того, чтобы эту травматичность, для того, чтобы вот этот момент разрыва, его переконструировать, а для того, чтобы его переформатировать, и для того, чтобы случилась вот эта синхронизация, наконец, прошлого, настоящего, и чтобы вернуться к себе, маленькой девочке, которая приезжает в этот город спустя много лет, для того, чтобы обнять его, для того, чтобы город ее обнял, для того, чтобы вот это вернуться в точку вот этой маленькой личной трагедии, для того, чтобы переписать заново и стать сильнее, получить эту любовь. Наталья Мали – художник, автор перформансов, текстов, многочисленных видео-арт-проектов и авторского кино. Родилась в Махачкале, в возрасте 13 лет переехала в Москву. С начала 90-х годов участвовала в андеграундных художественных проектах, соло и групповых перформансах. Обучалась фотоискусству в США, актерскому мастерству и теории в Лондонском университете. Автор многих крупных работ и участник международных выставок. Ее работы всегда были пронизаны женской темой. Проект «Энергия выживания» не стал исключением. В
В первую очередь это энергия выживания женская, потому что я женский автор, я художница, я автор, который занимается на протяжении многих лет именно женскими проблемами. И можно сказать так, что я поддерживаю женские какие-то сообщества и мнения. И мне хотелось бы, чтобы на этот проект обратили внимание скорее женский пол. Дагестанка из Великобритании возвращается в город своего рождения, чтобы воссоединиться со своей культурной памятью. Выбранные географические локации, знакомые и знаковые для горожан места, являются в представлении Натали исторической матрицей почти забытого города. Называемые локации, и в проекте я их называю городские интервенции, я выбирала на ощупь. Вот, мне казалось, я интуитивно должна их почувствовать, когда попаду в этот город, какие места меня потянет. И изначально это было место сразу же на карте обозначено морское побережье, Каспийское море, на котором я выросла, и пляж. Он оказался неузнаваемым, набережная Каспийского моря неузнаваемая абсолютно. За 20 лет выросло очень много неожиданных зданий, и было очень много разрушений и так далее. Соответственно, я не узнала центр города, филармонию, в которую я ходила маленькой девочкой, старую филармонию. Ее практически разрушили, в этой филармонии уже не горит свет и нет отопления. И там снимать мне не пришлось, поскольку я просто не смогла использовать этот ресурс для того, чтобы вот, так сказать, поговорить вот на тему моего детства и моих походов в эту филармонию, в это место, в котором я фактически выросла ребенком. Все, что Наталья Мали делала в городе, все эти постановочные перформансы, это протактильность, то есть вот это ощупывание, вот это узнавание города, уже фактически родного, но незнакомого, узнавание заново, для того, чтобы не чужого человека, как бы не чужое, условно говоря, человека, но не чужой город обнимать, а уже узнать его, да, спустя вот это время. Прикосновение к родному, но уже неузнаваемому городу, его современным травмам, энергии, синхронизация с культурным кодом древнего кавказского народа, посредством которых художница возвращается к месту разрыва и уязвимости, становится сильным чувственным переживанием, долгожданными спасительными объятиями маленькой девочки, сильной женщины, города, прошлого и настоящего. Городские интервенции, если вы обратили внимание, большая часть про такие травматичные городские, в том числе, истории. Это ипподром, который разваливается, разрушается, любимое горожанами место. Это наилюбимейшее место озера Гёль. И вот это белое блюдце, оно не случайно, это перевод «Агёль» – «белое блюдо». То есть это жесты, которыми художник обращает внимание и ставит такие стигмы на сложные городские проблемные точки и зоны, которые волнуют сегодня всех нас, и ее тоже в том числе.
Это то, что это те вот мозаичные такие фрагменты, которые собираются воедино, которые помнятся из детства. И рынок, и почему мясо? Мясо вот выбран павильон именно с мясом. То есть здесь каждый фрагмент – это масса смыслов. Это вот такое перформанс-сохранение, очищение. Вот такие вот жесты, вот это вот это очищение, вот это вот объятие. Вот. То есть это были такие знаки, которые я использовала из разных практик, ритуальных практик. И мне показалось, что таким образом я смогу раскрыться, я смогу каким-то образом вот этот вот сделать контакт, да, взаимодействие с этим местом, образовать какой-то диалог. Иногда это был диалог, он получался, чаще это был просто монолог. Присутствие реального и виртуального – важная смысловая составляющая события, соединяющего видео-арт, хореографию и перформанс. Мали в свойственной ей эстетике создала партитуру для танца, рисуя языком тела новый орнамент своей жизни. Личная история воссоединения художницы с родиной, местом силы, потоками энергии и любви уже вплетена в историю искусства в городском пространстве Махачкалы. Город, какой он стал, про людей, про нее саму, про то, как лучше и как важно и как нужно сегодня в наше время, в 21 веке. И самое главное, про любовь, всеспасительную любовь. Только при помощи такой любви по отношению к живому всему. А все живое. Город – это живой организм. Озеро – живой организм. И все, что с ним, все, что вот вокруг в контексте фильма, и все мы, люди, и сам художник – это все про живое. А живое оно должно быть, оно здоровое и с любовью. Да? Вот тогда это про ту самую, может быть, безусловную такую гармонию с миром, с собой и с важными для каждого человека личными историями. Глядя на эти работы, можно подумать, что их автор ставит перед собой задачу как можно изощреннее закрутить сюжет. На что автор отвечает, запутывая на бумаге, распутывая в голове. О том, к чему приходит художник, остается только догадываться. Но проникнуться богатым и сложным внутренним миром Магомеда Сагидаева зрителям оказалось чрезвычайно интересно. Если честно, я не ожидала, что они будут настолько многогранными и необычными. То есть каждая картина имеет определенную некую историю. То есть сначала ты подходишь, смотришь и даже не представляешь, что это за собой, что несет за собой. А уже вглядываясь, видишь то, что она многослойна, она интересна и она цепляет. Высоко называется сплетение, и не зря, потому что там такой контраст. То есть из одного общего рисунка вытекает что-то еще. И ты в процессе вот это все целостное, из мельчайших деталей собираешь целую картину и какую-то нить, историю. «Сплетение» – пятый персональный проект Магомеда Сагидаева. Три из них открылись в Санкт-Петербурге. И это за 5 лет, которые он находится на сцене дагестанского искусства. Смелой поступью он доказал, что оказался на ней не случайно. Нельзя сказать, что стремительно ворвался, но как бы несколько неожиданно. Как бы чуть-чуть заднего хода, но очень быстро занял свою нишу и очень плодотворно, интересно начал работать. Это художник неоднозначный, непростой. Я думаю, что у него достаточно большое будущее творческое, потенциал высок. За Магомедом наблюдаю последние годы, потому что он очень активный и конкретно даже меня он теребил не раз по поводу работ, спрашивал, как. И мне кажется, это очень хорошее качество для молодого художника. Оно дает рост. И это заметно в работах, потому что последние
выставки, они уступали. Здесь работы более сложные и по цвету, и по стилю. То есть уже чувствуется, что художник себя сдерживает, контролирует. Вот. И они очень наполненные. И правильно, наверное, называется выставка «Сплетение». Действительно, все переплетено. Вот. Такое ощущение, что художника уже разрывает, что он уже не помещается в самом себе, что его прям выплескивает. Лихо закрученные в немыслимые лабиринты и символы сюжета работ Сагидаева отсылают нас к произведениям любимых авторов современных фантастов Ника Перумова и Маргарет Уэйси Трейси, философских и психологических трактатов Ошо и его последователей. Его рисунок жесткий, контурный, широкой геометрической черной линией, констатирующий образы характера людей. Есть герои конкретные, но больше это собирательные образы типы. Они, как правило, ярко характерные, фантастичные. Вот эти образы его сложные, неоднозначные, в которых можно что-то увидеть и от античных героев, и каких-то монстров, каких-то мифологических существ, а вдруг где-то что-то горец, горянка. Но все очень стилизовано, все очень закомпоновано в такие сложные орнаментальные композиции, где нет практически воздуха в его работах, где все очень плотно, сгущено. И атмосфера его работ достаточно тяжелая, гнетущая и даже зловещая. То есть его искусство, оно не располагает, так сказать, к релаксу, к какому-то расслаблению, к эстетическому такому наслаждению. Это искусство интеллектуальное. Магомед, что называется, сам себе художник. Он создает собственную форму выразительности, отличную от стандарта. Сам процесс творчества он превращает в какое-то таинство, где разум и сознание отходят в сторону, уступая место случайности и интуиции. Так сплетается то, что казалось бы несовместимым. В его картинах, то есть, проглядываются и магии, и как бы так, замки и подобная тематика. Но уникальность, на мой взгляд, в том, что как бы в эту фэнтезийность вплетены тесно наши дагестанские мотивы. То есть в других работах, допустим, наверняка таких похожих много, но именно уникальность Дагестана не во всех работах, точнее, нигде не увидишь. То есть аулы, кувшины, наши горские наряды тесно связаны с магами и эльфами. Это очень, на мой взгляд, странно. В том уникальность, как работа Магомед. В моем внутреннем мире, что тоже непонятно зачастую, что творится внутри, и поэтому самое подходящее слово для всего этого – это сплетение, то есть сплетение разума и чувств, материального, нематериального, черного и белого в каждом человеке, я думаю, это присутствует. У меня это внутренне выглядит как сплетение. Работу такого плана я начал рисовать еще, когда учился в художественном училище, и для меня это было, скорее всего, своего рода просто такой релаксацией, то есть, ну вот самый напряженный момент, я понимал, что это меня расслабляет. Всматриваться в хаос и находить там истории – вот чего ждет от зрителя художник. Названия работ загоняют зрителя в рамки, считает Магомед Сагидаев. Он дает ему полную свободу интерпретации. В этот раз он даже наладил обратную связь с публикой. Выставка для Магомеда – это своеобразный диалог со зрителем, возможность посмотреть на себя со стороны. Как сознание человека воспринимает, в принципе, одну и ту же картинку по-разному, вот это на самом деле интересно. И хотелось бы, чтобы зрители как-то поучаствовали в этом процессе, чтобы была какая-то отдача, поэтому придумали вот такую штуку с названиями, потому что вот сейчас я вижу, что вот эти бумажки наклеены, поэтому вижу, что да, люди переварили, что-то увидели и вижу отдачу.